Исправный акведук Майя. Может, я смогу туда залезть? Надо выкачать воду и привязать плот. 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 Надо выкачать воду и привязать плот.
Сама я его не открою. Ну ладно. Нужно заполнить это место водой. Свободен. Thank you.
Нужно осушить эту секцию. Надо передвинуть плот в эту секцию. Стоит передвинуть плот в другое место. Надо передвинуть плот в эту секцию. Надо поднять уровень воды с помощью ворота. Вроде все.
ничего не могу. Надо повысить уровень воды с помощью ворота. 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 Нет места. Ничего. Надо повысить уровень воды с помощью... Может, водяное колесо что-то подтянет? Надо повысить уровень воды с помощью ворота. Надо повысить уровень воды с помощью ворота. Больше это не используешь. Я могу привязать плот к катушке на водяном колесе. Надо найти плот.
Я могу привязать крюк к катушке на водяном колесе. Теперь я смогу забраться повыше. Я могу привязать крюк к катушке на водяном колесе. Надо забраться на эту платформу. Я могу привязать крюк к катушке на водяном колесе. Надо найти плот. Надо найти плот.
Могу привязать плот к катушке на водяном колесе. Thank you.
Повезло. Guabash te tankabo. Hets basho katukultik. Tingwalik tech. Jambaks tingbuya. Tupse. Kabetin liksik imbaon. Al guaku yantal. Ulak batel in tu haji. Tinikes makimamantals. Makachi. Это Кецалькаатль, крылатый змей. Ацтеки поклонялись ему как силе природы, считали его повелителем ветра и дождя. Когда он приходил в ярость, ветра и дожди становились предельно сильными и очищали землю и небеса. В связи с этим он также считался богом правосудия и милосердия.
По одной из легенд, он напился и переспал с собственной сестрой, а чтобы искупить свой позор, поджег себя. Затем его прах поднялся в небо, и Кецалькоатль стал также богом света. Пусть реки загробного мира всегда будут спокойными, а челн Утуранки – прочным и надежным. Дно едва видно. Надеюсь, оно вообще есть. Наверное, эта пещера появилась благодаря подземной реке.
Наверху что-то вырезано. В ту сторону что-то есть. Неправильно. Thank you.
Перебралась через реку. Я уже рядом с тюрьмой. Тут везде охранники. Мы движемся к реке. Слежусь, как будем на месте. Хорошо. Ларец не в Пайтите. Я знаю. Я должна примкнуть к Амару. Все труды после смерти Сайри, все тщетно. Этому не бывать. Вставай, пошли. Время вышло. Кто-то должен найти Ларец. Если не воскресить солнце и не преобразить мир, всем нам конец. Но я нашла еще одну подсказку. Может быть. Твои татуировки, затмение и цапля, точно такие же символы были выгравированы на алтаре. Что? Что они означают? Это знак моей судьбы. Алый огонь Чакчи. А вот мое прошлое. Это символ Синчичику, последнего императора Пайтити. Гробница в верхнем квартале. Отведи меня к ней. Они там все обшарили. Если бы там что-то было, они бы давно это нашли. Но у Амару нет этой зацепки, он не знает, что искать. Там полным-полно охраны. Придумаем, как обойти. Это опасно? Конечно.
Не будем терять время. Как там Эцли? В порядке. Он помог мне найти вас. Сейчас он должен быть Сучо. Правящую династию лишили власти. Правитель стал номинальной фигурой. На самом деле город контролируем мы. Мы позволили правителю остаться по двум причинам. Во-первых, это дает нам возможность сосредоточиться на поисках серебряного ларца. А во-вторых, это успокаивает местных, которые противятся любым переменам. Иона, я Сунурату. А, хорошо. Эцли хочет с ней пок... Мама, мы высылаем подкрепление. Мне помочь Учу или захватить территорию, когда враг отвлечется? Пока меня нет, ты за главного, Эцли. Доверься своему чутью. Лейчкаланко эле лопуцих, хачпила бучо. Нет места. Ничего не могу взять. Нереально. Больше я не унесу. Thank you.
Мы, облаченные в одежды туземцев, вошли в город. Те, кто еще оставался достаточно здоров, наставили на нас копья. Мы поклонились им и сказали, что Кукулькан поручил нам очистить город от болезни. Мы выдали мазь и лекарства правителям города и тем, кого стоило спасать. Мы хоронили мертвецов и утешали умирающих. Постепенно люди начали нам доверять и даже рассчитывать на нашу помощь. Эти точки расположены в самых разных частях Южной Америки. Жаль, что я не нашла эту карту раньше. Тогда я могла бы сразу поехать в Пайтити. В соответствии с приказом мы прибыли в Кан, чтобы найти предателя Андреса Лопеса вместе с эскадроном туземцев. Мы нашли их на побережье залива, после того, как они сбежали с невольничьего корабля, который попал в шторм. Воины согласились вести нас через джунгли, при условии, что мы сделаем крюк и обойдем несколько застав, чтобы завербовать их соплеменников. Кроме того, мы пообещали, что не дадим угнать их в рабство. Мы нашли эти условия вполне приемлемыми и вскоре отправились в путь. Альфонсо Ричи, Орден Тринити. Mm-hmm.
Это последний, что ли? Пока что. Нам нужно скорее вернуть портал. Веди. Речь о месте неподалеку. Свирепый воин, поднятый в назидание. Выпав из его рта, я лежу под ним. Бедняк принесли в жертву. Они покинули города и бродили по окрестностям, пока их не похоронили заживо. Да уж, угрюмое зрелище. Кукулькан уходит из Пайтити в новолуние. Кукулькан возвращается вместе с другими чужаками во время возрастающей луны. Они спорят. На следующее утро вся группа в хорошем настроении отбывает в своих обсидиановых птицах. Да уж, угрюмое зрелище.
У меня нет столько места. Надо искать другой выход. Пусть Квиспи подарит нам изобилие пищи, припасов и удобств, когда мы встретимся с ним в новой жизни. Убийство – смерть. Кража урожая – смерть. Кража шкур – смерть. Тунеядство – обривание головы. Драка – возмещение пострадавшей стороне. Пьянство в общественном месте – побивание камнями. Исключение – во время праздника или для людей старше 70 лет. По приказу секты Кукулькана. Эти ловушки сложнее, чем я надеялась.
Бедняк принесли в жертву. Они покинули города и бродили по окрестностям, пока их не похоронили заживо. Hmph.
Thank you.